Ух ты, какая ошибка. И простил сейчас, простил Сергей Андронов. На меткость бросал. Под перекладину. Еще задействовали Самонова. Дисциплинированная, обученная команда. Хороший вход был у армейцев, а дальше из этого ничего не получилось. Пока гоняли шайбу по борту, бросок не очень опасный. Вот это перевод, здорово, здорово. Ох, мог замкнуть сейчас. Грег Скотт. Не Комаров хорошо себя подыграл, но шайба уже у Витязи. У ЦСКА. Ох, какой бросок был, хороший. Хороший бросок. Константин Акулов, который блестяще в этом сезоне выступает. А вот атака вдвоем. Малтанин и Ржепик. И рядом Семин. Ах, передачу перехватывает защитник в падении. Красавец. Это был класс, Дальбик. Молодец. Класс показал Дальбик. Класс показал Дальбик. Даем мы играть хозяевам, даем им... 30 секунд. На реализацию лишнего есть вот уже тройка Артема Швейцара головой. Рындулич, Кокаев и Стасенко, Евсеенков в обороне. Бросок Рындулича. Рындулич, ах, опять своего, ах, здесь хорошо. Попытка добавить. Живет и не увидает. О, хороший, ох, был бросок Выглазова. Нет, здесь и уже два игрока на пути. Полушпагат и Юхансен отражает. Среагировал блестящий вратарь сейчас. А Швец роговой показывает, что он может и... Витязи вновь пытаются войти в зону, но нет, первый там. Ген, во время выездного турне показалось, что все-таки помимо Семина и Уалтанина небольшой спад наступил. Ни одной заброшенной шайбы уже... Ох, какой момент сейчас! Уалтанина, кстати, да? Ай, Уалтанин, да. Там армейцы потеряли шайбу. Вот это да. Коньками там буквально перехватил Уалтанина. Так, как историческое отступление, что Лада фигурировал примерно 20 лет назад во время ухода Белова из хоккея большого. Да, Валерий Белов в Ладе играл. И, кстати, ему подарили игра... девятку на уход из большого спорта. Ой-ой-ой-ой! Сыграл отлично Самонов. И какое уходить уже от ворот. Чудесное. Это кто там был на стреле? Шалунов. Великолепно Самонов, конечно, сыграл сейчас. Ох, какой сейф. Это... Ох, как опасно! Светлаков там пытался найти брешь в экипировке. Щелочку между перекладиной Самонова. Еще один бросок. Еще один бросок. И опять самоотверженные действия Рандулича. Это уже Слепушев наносил. Вновь Самонов. Может быть, определенная доля смеха. О, хороший момент! Гол! Артем Швец роговой. Ох, как опасно сейчас, а! В центре Семина не оказалось. Но подхватил Ржепи, Калтанин, Семин. И гол! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! ЦСКА сейчас 20 секунд остается. Весь шайбой. Такое впечатление, что сейчас бушует Ледовый дворец, видите, как стадион Маракана бразильский. Все встали, встали все практически. Встают. И Самонов встает, будет шайбы там, что творится. И надо же! Ровно с сиреной, буквально за мгновение. Вот это концо, вот это развязка. Одного движения клюшкой куда-нибудь в сторону не хватило. Это фантастика. На скорости. Ох, какая как скорость, освободили уйдет. Фланг, да? От Ржепика уходит, да, и вид. Ох-ох-ох! Ох! И армейцы побеждают. И опять на уме. На три атаки. Там оспаривал все-таки тот выход его. А это здесь опытная здесь компания было Хансен, Андронов. И Науменков. Ах, это Хансен забивает, да. Ну что ж, голкиперы признаны самыми ценными игроками сегодняшнего матча.